Я офну сейчас, чуваки, я офну. Я не буду перед турниром играть в это говно. Нет, я не буду стримить. Хочу, я не хочу играть в это. Я реально не хочу играть. У меня нахуй сейчас минус мораль будет. Не-не-не, я реально после этой игры офну. Я не хочу играть в это дерьмо на лустрике, нет. Ну, это просто невозможно. Реально, не поймите неправильно просто. Я просто не хочу в это играть. У меня просто отвращение от этой игры максимальное. Не, я офну. Не-не-не, чуваки, сори. Реально, блять. Простите, блядь, но я в это не хочу играть. Реально не хочу в это играть. Отторжение, отвращение, блядь. Все, что можно, я не знаю, мне как просто захуесосить, блядь, чтобы успокоиться, близов. Просто я ненавижу, блядь, ХС. Я просто ненавижу его, нахуй, всем сердцем. Но я играю, потому что я лудоман ебаный, блядь. Спонсор выпуска — магазин Crystalgam.ru. Тут вы можете купить аккаунт Twitch Prime и закинуть парочку жировиков на стрим к Путичу. Все проверено и работает. Ссылка в описании. Блять, за всю игру нахуй не дали ни одного жмурика, дали какого-то ебаната, который тупо сдал сумка от гарма 6 запретов. Мало того, что он раскрутил 6 запретов, так он еще нахуй этих токенов нашел всех. Ну-ну. Ну-ну. Таблетки от кашля. Че, как их хавать вообще надо? Растительный препарат от кашля на основе травы термопсиса. Как их хавать? Просто, блядь, сосать? Это я умею. Ну, видите роллы? Ну, вот-вот. Это минус еще, блядь, их ПТС сегодня будет. Под язык положил, короче, посмотрим, что будет. Надеюсь, ничего плохого. Блядь, батя, она кислая. Блядь! А, блядь! Фу нахуй! Это что, блядь, сода, что ли? Ебать! Я чё, блядь, соды захуярил? Почему или чё? Почему в Африке не продают таблетки? Потому что блядь, их надо запивать. Ебать, штырило! Фу нахуй, какая она противная. Не, ну штырило жестко, типа, но, блядь. Зато проснулся, но... Чтобы, блядь, того не стоило. Ну, блядь, ну, как бы, как играть? Вот, ну, реально, просто как играть? Просто вопрос, как играть? Чат, как играть? Прочитай инструкцию, девич, точка, 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 чёлты. Да я что-то читаю, блядь, что-то впадлу читать. Захуярил, захуярил, похуй. Ну, стрелочников буду пытаться выйти, очевидно. Что-то, может быть, из этого выйдет интересного. Интересного. Бля, мне кажется, это какая-то таблетка на основе вообще соды, потому что, ну, нереально противная, блин. Внутрь взрослым назначают по одной таблетке 3 раза в день в течение 3-5 дней. Значит, я правильно сделал, блин. Значит, я правильно сделал. Он первый ударил, из этого выиграет. Хотя, наверное, я тут никогда бы не выиграл. Главное, хотя бы Марлока забрать. Сказай, еще одну стенку плюс стрелочника. И, в принципе, чилим. Бля, мне реально плохо смотреть на роллы, когда я на лустрике, но вы это видите. Диаболик, видишь, вообще нет, чидачи нет. Диаболик, чидачи нет, блядь. Нормально, да? Ну все, я вчера взял 12900, все, я сейчас упаду ниже 12 за несколько дней. Неважно, играю там хорошо, плохо, просто я просто упаду, потому что упаду. Поэтому я лучше буду играть во что-нибудь другое. Я просто буду играть во что-то другое вне стрима, а чисто подрубать картонки, пока подрубается, как только захочу охнуть, охну. Ну, потому что это, ну, не смешно даже. Это казино играть. В него так и надо играть. Но я нахуй пытаюсь систему наебать, что в принципе технически невозможно, правильно? Сражение в самом разгаре.
Круто, чё? Круто, что сражение в самом разгаре. Реально круто. Я не буду ролить стрелочника, потому что я буду играть, ну, максимально сейвово. Да, почему нет? Максимум сейвово. Типа, дали хороший ролл, просто усилился на максимум. Чел вообще в Т4 вышел. Ну, тем более, заебись. Может быть, найдем даплет матраса, найдем ревендера, позлатим ревендера, хотя бы с одним дитиком как-то дотянем, не знаю. Либо по итогу стрелочника дадут, его попозже сделаем, не обязательно его час находить. Я играю сегодня в 6, ну как обычно. Игры нигде не посмотреть, потому что в среду в четверг играет швейцарка. Ну, я буду опять записывать и на YouTube выкладывать. Ты не через то отверстие внутрь принял ферку. Смешно. Чё, вы хотите сказать, что этот файт ебу, да? Или чё? Серьёзно хотите сказать, что этот файт ебу? А. Серьёзно, блядь. Дракончик убил две крысы. Я офну сейчас, чуваки, я офну. Я не буду перед турниром играть в это говно. Нет, я не буду стримить. Реально, я не хочу это стримить, блядь. Нахуй ни за какие деньги, нахуй, блядь. Если бы еще платили, ладно, блядь, что я стримлю это говно, но нет, 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 я не хочу. Я не хочу играть в это. Я реально не хочу играть. У меня нахуй сейчас минус мораль будет. Не-не-не, я реально после этой игры офну. Я не хочу играть в это дерьмо на лустрике, нет. Ну, это просто невозможно. Реально, не поймите неправильно просто. Я просто не хочу в это играть. У меня просто отвращение от этой игры максимальное. Сори. Я не вывезу, не увожу такое. Так, держать. Не сбавляй оборот. Реально, нахуй, лучше казино буду стримить, нахуй, чем это дерьмо. Это просто невозможно, блядь. Здравствуй, Влад. Чего? Нужна твоя аналитика. Ты говорил, что героев в этом режиме подкручивают. Такой вопрос. Их крутят относительно модельки или обилки? И если относительно модельки, то не будет ли Фенли самым балансным героем? Не знаю, брат, как их крутят, не помню, честно. Ничего личного. Крутят, крутят. Просто не хотят играть. Просто 4 раза, блядь, ты берешь определенный рейтинг, тебя скидывает, блядь. Как я вообще могу в этой игре камбэкнуть? Вопрос. Держись, Стасен. Уже месяц сижу на плюс 500 и на минус 500 рейтинга. Удачи и спокойствия тебе. Ну а я месяц сижу плюс-минус 1500, как только добираюсь 12900. Я не знаю, мне просто нечего стримить, типа я не могу ничего другого, ну у меня нету игр, в которые я играю, типа нету игр, в которые я хотел бы постримить, кроме Хардстоуна, понимаете, а я, ну и во что играть, блядь, мне не во что играть. Вов, типа, я не хочу стримить, потому что это не для стрима игра, а хорроры играть я не хочу, потому что турнир нервы тратить. В ХС я не хочу играть, потому что ХС говно. Блять, шутеры, очень мало времени для шутеров. Я не знаю, что. Я не знаю, во что играть. Просто не знаю, что стримить. Так, держать. Не просто нечего, блять. Просто нечего. Ну, чела даплет на вука, круто. Бабл на баблершу, блять. Ну, волка удар. Конечно, блять, куда еще может быть удар? Куда еще может быть удар на лустрике? Куда, блядь? Никуда больше не может быть удар. Да. Все, я проиграл. Ну, блядь, это просто пиздец. Просто пиздец. Не, я охую, я охую. Не-не-не, чуваки, сори. Реально, блядь, простите, блядь, но я в это не хочу играть. Реально не хочу в это играть. У меня, блядь...
отторжение, отвращение, блядь, все, что можно, я не знаю, мне как просто захуесосить, блядь, чтобы успокоиться, близов, просто я ненавижу, блядь, ХС, я просто ненавижу его, нахуй, всем сердцем, но я играю, потому что я лудоман ебаный, блядь. Всем большое спасибо за просмотр, сори, играть не во что, стримить не во что, турик сегодня будет вечером, запишу, на ютубе будут игры.